Доброго времени суток, меня зовут Август. Это третья видеодемонстрация для создания уроков. В третьем видеообзоре мы с вами рассмотрим простейший способ управления пакетной базой дистрибутива OpenSUSE версии 12.1. Итак, откроем консоль. В открытой консоли посмотреть полностью флаги выполнения управления пакетной базой зиппера мы можем командой. Сюда zipper h. Данная команда покажет нам необходимые флаги выполнения, зависимости и определенные подсказки. Для демонстрации видео мы с вами удалим пакет MC, заново его установим и проверим зависимость. Для удаления определенного пакета мы будем использовать соответствующую команду. Вводим сюда zipper. Можем ввести как флаг rm, так и флаг remove MC. По расчету установленных зависимостей, загрузка данных репозитария и, соответственно, выводит опциональный запрос на исполнение той или иной команды. Удалить ли пакет? Да. Мы видим, пакет удаляется. Теперь, следовательно, мы можем обратно его инсталлировать. Для этого сокращенный флаг in, либо install. Загружаем данные из репозитариев, выполняем разрешение зависимости пакетов автоматически и отвечаем на поставленный опциональный вопрос. Все, пакет установлен, мы можем его проверить работоспособность. И последнее в заключение, согласно флагам, мы можем провести проверку установленного пакета. Соответственно, полным словом в риффе, либо сокращенно в.